Вот стою, общаюсь. Служба охраны природного парка «Вулканы Камчатки». Субботин Владимир Александрович, да, по-моему? Да. Вот, очень. Да, конечно. Вот. Вот. Говорят, где разрешение, кто такой. Я говорю, лапы хвостные, документы, разрешения нету. И вот будем думать сейчас, что делать дальше с Владимиром Александровичем. Ну, понимаете, что это когда-то все закончится? Нет, не понимаю. Ну, конечно, все закончится когда-то. Скоро украинцы до Москвы дойдут, и все закончится. Вообще будет смешно. Представляете, как будет смешно. И все полномочия ваши испарятся. Ну, какие-то вопросы есть ко мне еще? Есть, конечно. Говорите. Я сейчас рад... люди разойдутся, мне будет еще вопрос. Приходите туда на стояночку, будем. Нет, сейчас... вы никуда не пойдете, вы здесь будете стоять. А, вы меня задерживаете? У вас есть полномочия зайти? Конечно, есть. Ну-ка, на чем они основаны? В соответствии с федеральным законом. С каким? 34, статья 34. Ну, мне не касается вообще федеральный закон. Я могу вам прийти и показать. Куда прийти? Ну, идите, прикопите. Со мной, если хотите. А зачем? Я... Не, вы меня можете поднести туда, если хотите. Да, вы можете. Я куда там, куда сесть или на ручки вам, как вы понесете. Ну, каким образом? Ну, все. Всего хорошего. Приходите на стояночку, если что, пообщаемся.